Привет, привет! Привет, привет! Вы находитесь на канале Лиска Киска. А что мы сегодня с Алисой будем делать? Открывать что будем? Теремок. Кукольный театр, настольная игра «Теремок». Да. Да? Открываем? Да. Посмотрим, что там в коробочке лежит. Сейчас мы целлофаночку обрежем. Сниму целлофаночку. Целлофаночку сняли. Сейчас открою коробочку, а ты будешь доставать все. Угу. Что это? Инструкция. Театр на столе написано. О, вот. Написано описание сказки, подготовка к игре. Что дальше? Вот такой классный теремок. Цветочки. Надо будет его достать. О. Цветочки. Тоже тут все достается. Зверушки, еще одни зверушки, медведь, лиса, зайчик, волк, а здесь мышка и лягушка. Нету больше. Нету, а это подставочки все для них. Сейчас мы всех достанем, доставай, и подставочки поставим, чтобы они стояли на столе. Такие мягенькие. Зайчик. Сначала подостаем, потом... Поставим, да, дочь? Давай всех доставай, всех. Мягенькие такие. Вот и медведь это убираем. Стало. Медведь это стало. Ага. А это для домика. Для кушечка. Доставайся. Доставайся. А вот сам теремочек. Задом, здесь передом. Все. Угу. Сейчас почитаем, как в нее играть, в игру. А давай сначала поставим на подставочке, а потом почитаем, как в нее играть. Да? Кого мы первого будем ставить? Зайчика. Смотри, тут нарисованы цветочки. Может, как-то по цветочкам надо ставить? Да, давай. Посмотри, у кого какой... А, нет, у мышки нет цветочка. Я посмотрела, просто у волка вон розовенький цветочек. Ну, давай, может, и не надо, просто вот так вот ставим. Вот, лисичку поставили. Хоп. Дальше зайку. Ну, давай. Давай поставим. Ты сама? Ну, давай сама. Давай поставим розовую. Ну, розовый хочешь, ставь розовый. Давай, откроем. А белую лучше. Ну, как хочешь. А, кстати, медведя надо на самую большую поставить. Это, наверное... Нет, это не большая. А, вот она самая большая. Для Мишки. Достаем. О, поставили. Вот Мишка теперь стоит. Поставим. Опа! Я Мишку косолапый. Мишку. Мышку хочу. Мышку? Мышка, наверное, самую маленькую, да? Вот сюда ставь. Вот это самая маленькая. А или нет? Там это разве сама? Это для волка, дочь. Наверное. А не, хотя волк сюда тоже влезает. Ну ладно, пускай там стоит мышка в розовеньком. А лисичка здесь будет. Ой, лисичка, лягушечка такая. Ква-ква-ква. Я лягушка-квакушка. А я мышка-квакушка. Да, и осталось поставить теремочек нам. Да. Вот, вот он, теремочек. Зверушечек всех поставили. Сначала я буду мышкой. Мышкой. Сейчас мама почитает, как в нее играть. Ставим теремок. Такой красивый у нас теремочек на подставочке. Поставим и сюда пока. Опа. А, здесь, видишь, даже зверушек надо будет потом ставить. Их надо, наверное, сейчас убрать, пока они не живут в домике. Опа. Опа. Опа, и еще раз. Вот, сейчас пока никто там не живет, теремочек поставим
сюда. Дырявый теремочек. Дырявый теремочек. А потом, наверное, когда зверушки будут заходить, мы туда их будем ставить. Первая, я буду мышкой. Сейчас мама почитает, как с ней играть. Вот отделить от основы предметы и фигурки. Мы это сделали уже. Из теремка выньте окошки. О, мышка ловушку бросила, мышка ловушка вроде стояла вот там. Начинаем сказку? Да. Стоял в поле теремок. Пошла к теремку мышка. Мышка идет. А всех зверюшек, подожди, уберем? Еще же их нету. Да. Мышка идет к теремочку. Давай, подходи, мышка, к теремочку. Тук-тук. Постучала, правильно. И спрашивает, кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто высоким живет? Угу. Никто не ответил ей. Поселилась мышка в теремке и стала в нем одна жить да поживать. Мышку вот сюда заводи. И ставим ее в окошечко. Заводила. Вот это. Да, вот здесь смотри, стояла мышечка, да? Я не могу достать. Давай, мама ставит. Мышечка уже живет у нас в теремочке. Вот. Классная мышечка. Дальше. Прыгала как-то мимо лягушка, увидела теремок. Лягушка, прыгай. Прыг, прыг, прыг. Что-то свалилась лягушка. До теремка прыгай. Постучала. Тук-тук-тук. Угу. И спрашивает, кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто, а еще кем живет? Угу. А мышка ей с теремка и отвечает. Я мышка-нарушка, а ты кто? Я лягушка крикушка. Квакушка. Пусти меня к себе жить. Пусти я в себе жить. Угу. Заходи, говорит мышка. Стали они жить в теремке вдвоем. Заводите туда мышку, ой, лягушечку, а в окошечко вставляй лягушечку тоже. Где она? Вот здесь лягушечка была. Там угу. О. Окошки. Окошки. Давай покажем. Теперь и лягушечка у нас в теремочке живет. Молодчиночка. Дальше играем. Бежал мимо зайчик. Зайчик бежит. Бежит, бежит к теремочку. Увидел теремок и спрашивает, кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто, а еще кем живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, а ты кто? Зайчка и гайчик. Пустите меня к себе жить. Пустите я в себе жить. Заходи, стали они жить втроем. А, упал. Ничего страшного. Вот зайку наставь туда в теремочек, в окошечко. Теперь живут втроем лягушка-попрыгушка, зайчик-побегайчик и мышка-нарушка. Зайчика вставляй в окошечко. Вот сюда. Теперь он тоже там живет. Он здесь стоял. Да, здесь. Все, и зайчик теперь, да, в окошечке? Ага. Дальше. А тут и лиса теремок заприметила. Подбежала. Лисичка подбежала. Сломалась. Свалилась. Ничего страшного. Цветочком вот так вот, чтобы спереди. Вот, бежим, бежим. Лисичка бежит, бежит. И постучала, давай. Бежит и постучала. Тук-тук. Тук-тук. И спрашивает, кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто, а еще кем живет? Я мышка-нарушка.
Я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, а ты кто? А я лисичка-сестричка. Я лисичка-сестричка. Пустите меня к себе жить. Пустите я к себе жить. Заходи, стали они жить в теремке вчетвером. Уже не помещается. Будь сюда ставь. Сюда. Угу. На лисичку в окошко помещай. Здесь есть. Теперь и вчетвером живут. Зайчик-побегайчик, лягушка-квакушка, мышка-нарушка и лисичка-сестричка. Все упали. Только ничего страшного. Дальше давай. Шел мимо волк, увидел теремок. Волк идет. Дотя, волк идет. Увидел теремок, постучал. Тук-тук-тук. И спрашивает. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто, а еще кем живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-сестричка, а ты кто? Волк. А я волк, хватит за бочок. Пустите меня к себе жить, не бойтесь, я вас не обижу. Не бойтесь, я вас не обижу. Заходи, и стали они жить в теремке впятером. Завела? Зашел волк? Ага. Теремочек. В окошечко, а в двери вот теперь он в двери стоит. Теперь они живут впятером. Мышка-нарушка, лисичка-сестричка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик и волк, хвать за бочок. И дверяться дальше. Проходил как-то мимо большущий медведь, увидел теремок, постучал. Тук-тук-тук. И как заревел, кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Кто-кто в теремочке. В теремочке живет. Кто-кто в невысоком живет. Кто-кто еще кем живет. Испугались звери, задрожали, и медведи отвечают. Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-сестричка, а я волк, хвать за бочок, а ты кто такой? Медведь! А я медведь, я медведище, большие лапищи, пустите меня к себе жить. Потом сказали, ты слишком большой. Ну, еще дальше мама читает, да? Говори, пустите меня к себе жить. Пустите ее к себе жить. Нет, медведь, не надо, отвечают звери. У нас здесь и без тебя тесно. Ну, ничего, я уж как-нибудь, я уж где-нибудь, говорит им медведь. Полез медведь в теремок, да и сломал его. Слышу, полез. Угу. Бух! Упал. Бабах! А все звери куда-то разбежались. Убегают звери, убегают звери. Убегают, а теремок бабахнулся. О, а у кого-то поставочка. А, это лисички. Убежали. У тебя одна мышечка, а у нее волк. Зайчик, лисичка и лягушка. Сломал теремок медведь. Извините меня, давайте построим новый. И будем большой-большой, будем вместе там жить. Давай. Давай, строим. Строим. Вот какой большущий теремочек построили. И Мишка будет жить в новом теремочке. Давай вот здесь, да? Да. Вот здесь, это я Мишка тоже живу здесь. Сидишь все, солнце съест, и все, зайчик, ладно, зайчик. И стали они жить дружно и счастливо, да, все? Теремочки красиво. Ладно, и солокости у всех поистить. Они же в окошке все стоят.
Ребята, если вам наша сказка понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока! Пока!